Здравствуй, представься, пожалуйста. Меня зовут Андрей, мне 14 лет. Давно ли ты занимаешься бильярдным спортом? Ну, занимаюсь 8 лет. Да, с 8 лет начал. Было ли тебе сложно начинать? Да, сначала даже хотел бросить бильярд, но в итоге у меня начало что-то получаться. И как бы начал выигрывать. Ну, третье место занял, понял, что могу что-то выигрывать вообще. Доволен ли ты своим результатом? Да, более чем хорошо сыграл, но в старшей группе мог бы лучше, но как получилось. Что, будешь ли ты продолжать участвовать в подобных мероприятиях? Да, буду, если будет возможность, будут давать, буду участвовать, конечно. Хорошо, спасибо. Все, ну, пожалуйста, можно 2 минуты? Боюсь.